дьяволам кривые дорожки. Будем шпарить по прямой. 2 мая, 17-й год, Харьков. Задний двор Хатоба. Задворки. Рука затекла и отвалилась. Я уже минут 15 точно. В режиме. О, а вон видно и. Ну, по крайней мере, формально покажу сейчас шматочек, кусочек железнодорожного вокзала. Да, ну и хорошо. То вряд ли я до него дотопаю. Это 12-й символ Харькова, утвержденный на городском совете Харькова в 2000 году. Да. Домики, конечно. Совершенно раритетная. Так. Здесь можно, по крайней мере, раньше можно было и сокращать, не думаю, что что-то поменялось. Это у нас... О, идет работа, стройка, господи, везде все строится. Дома строится, целый жилой комплекс строят, микрорайон, я бы сказал. 21 жилой дом высотный. Прям под носом у меня Северная Сал такая. Так, ну а здесь я вижу, что мало что похожего останется от... филармонии. Там у нас 7-й канал был когда-то, не знаю, может и сейчас есть телевидение. Касса филармонии. Тикет офис. Да, вот здесь были перестрелки. Не хотелось вспоминать, но да ладно. Еще в 14-м году видел я, как покойный ныне Моторола хвастается, что 14 марта он первые бои давал на Рыморской, его подразделение, за месяц. Ну, в общем, не буду эту тему поднимать. Никак она с достопримечательностями не связана. Харьковскими. В цьому будинку з 25 по 30 рік жив Микола Григорович Хвильовий, видатний український письменник.
Домики, конечно. Тут, кстати, на Рыморской находится... О! Находится самый старый жилой дом. Я боюсь ошибиться, какой из них. То есть есть здание там более древнее, но такое же жилое именно постройки. Построено еще в 19 веке, там, по-моему, 1800, как бы не 1700. Это у нас элеватор, по-моему. Так, это гимназия. По-моему, гимназия номер один. Нет, номер 6. Харьковская гимназия номер 6. Людмила Гурченко. В 1943-53 годах научалась. Да, тут же рядом ее дом, Людмила Гурченко. У нас там Пушкин, Гоголь. Пушкин, Гоголь, площадь поэзии. Сделать петлю туда. Это у нас книжная балка. Вот даже кто-то там стоит еще внизу, надо же. Да. Интернет хоронит, конечно, хоронят книги, хоронят бумажные носители семимильными шагами, семимильными глотками заглатываю. Ладно, пойду, наверное. И тут все хорошо, красиво, и там все хорошо, красиво. Сумское перемещусь. Немножечко. Ух ты, у нас там луна еще есть. Вон у нас Гоголь. Вон там дальше у нас Пушкин. Не видит он. Ладно, не будем тратить время. Ага, дом. Там я уже был, ну ладно, бог с ним. Бог с ним, самым старым домом.
следующий раз. Вот так, подходим мы к концу Сан-Скоя, хотя правильно сказать, к началу. И перед нами площадь Конституции. Площадь Конституции — это уже 7-й ансамбль площади Конституции.